Всем доброе утро. Четверг. Начало девятого. Четверть девятого. Жду и наблюдаю, как коэффициент начинает наливаться приятным цветом. Не выхожу на линию, потому что надо что-нибудь такое хорошенькое. Утро началось с того, что я подъезжал на свою любимую заправку на Татнефть и увидел, что и здесь все-таки цена на топливо подорожала сегодня еще на 30 копеек к литру. К литру литр, к литру литр, к литру литр молока, к литру литр молока! Это же прекрасно, это же волшебно, значит, подорожают поездки, да? Конечно же, ничего не подорожает. Это у нас товары растут, когда доллар растет. Когда доллар падает, цены тоже растут. А когда растет бензин, цены на такси не поднимаются. Мораторий. Всем хорошего дня, всем приятного просмотра. А я напоминаю, что спонсором нашего ролика является самый лучший таксопарк в России. Пока что в России, но я думаю, что скоро мы выйдем и в страны СНГ. Это таксопарк Ищак. Ребята, подключайтесь. Самый надежный партнер. Мы никому не отключаем наличку, потому что Марамоев должны катать все. А таксопарк Ищак в ряду первых катает всех Марамоев. Конечно же, очень низкая комиссия, около 20%. Моментальные выводы отменяются. Ждите сутки, двое, потому что бабки ваши крутить тоже кто-то должен. Обращайтесь. Ищак каждому. Почему-то Смоленко показывал 2, а на Наметкина 1,6. Это почему так? Я не усвоил ценообразование волшебного у Яндекса, потому что место, по сути, одно и то же. Непонятно. Ты дурак, что ли, эй? До косаря даже не дотянуло. А Таташечки, блин, я все время забываю, что Наметкина ты Газпром, это все понятно, но что-то мне на Наметкина никогда не нравилось в поиске нового заказа, что-то он как-то не очень активно здесь раздает, какой-то район не очень. Косарик чистый мясо я, конечно, получил, но я оказался в центре, а центр это, конечно, сберовские сотрудники. Иногда я сам себе поражаюсь. Тыркнул пальчиком. Да-да-да, вот такая вот сумма. Неудовлетворительная совсем. Тыркнул пальчиком, потом думаю. Зачем я это сделал? Вот Али-Баба поехал. Вот он меня не выпустил, и сейчас передо мной он будет тормозить. Вот. Капец вообще просто. То есть я выкатываюсь, он еле-еле катится, меня прижимает, не пропускает, а потом передо мной уходит вправо. Ну, кому-то что-то не досталось в этой жизни. Ну, бывает. Я прочитал волшебное заклинание. И вуаля, пошел ливень. Ну и, конечно же, коэффициент. Чтоб не так обидно было в очереди стоять. Должно было быть 50 минут, но Ленинградку опять перекрыли. И все стало плохо. Вот он коэффициент, что с людьми-то делает. Здравствуйте, поэт ребенок 12 лет. Какие молодцы. 3 минутки стоят 740 рублей. Самое главное, что комиссия за него пониженная. Так, Сережа Макеева. С креслом. Давай с чем-то. За 20 минут уже не так интересно. Но сумма действительно хорошая. Так, денежка побежала, коэффициент уехал, ну как уехал, он есть, но он был где-то вот такого цвета, он был вот здесь.
Обидненько. О, женщина. Женщина ждет свой такси. А помните ту женщину? У нее такси отменилось. Вон она. Пошла. На народное ополчение с полтора. Кто-то не возжелал ее везти. Непонятно почему. Причем. Но машина не доехала. Походу прям поменялась у нее. Oh my. Ехать должны были минут 20. А ехать должны были минут 20, потому что вот здесь вот типа все закрыто, а на самом деле все свободно. И народ поворачивает по навигатору и прет с каким-то непонятным окольным путем. Роман в переулок отменился. Обидно, суща, обидно, обидно. Это прямо вот сюда, на Арбат. Кеф пропал из города отчасти. Нехорошо. Где наши денежки? Вот они. Сколково? Наверное, надо проехать в основную часть Сколково. Прям по времени самое оно. А Сколково не заставило себя ждать. Еще только на подъезде у меня пришла лесная. Белорусскому в центр, в самые коэффициенты в то время. Ну и в самое, конечно, очко пробок с 1.30. Да закрой ты уже дверь. Такой долгий. А вот, собственно, я пока подъезжал, прочитал еще раз свое любимое заклинание на дождь. И даже не выхожу на линию, потому что здесь сейчас пылает КЭФ. Вот, мы боком наваливаем, мы дрифтеры. Здесь пылает КЭФ. Но сейчас он полыхнет еще больше, поэтому 5-10 минут можно и подождать. Чего бы нет. Ну что же, я пошел, взял себе вкусный кофе. И ловись, рыбка. Большая, жирная. Дождик-то пошел. Пожалуйста. И куда? По центру. На Плещиху. Даже не доехали. Что творится? Кольцо нахрен стоит. Кругом одни сплошные пробки. Надо на линию выйти. Ребят, лайфхак. В центре навигация прыгает, я вот свободен, да? Ну, вот он то туда, то сюда. Я ставлю маршрут, типа я вот сюда давайте поеду. Ну, просто пальчиком поставил. Но не поехали заказами, а просто типа поехали. И на линии при этом остаюсь. То есть он хотя бы понимает, где я нахожусь. И, возможно, сейчас он что-нибудь мне подберет. Дельное. Дмитровский проезд. И он понял, что я нахожусь в другом направлении. Вот лайфхак не работает, все пропало. Дебил. Улица Арбат. Кропоткинский переулок. Показываем человеку сразу. 10 минут. И человек должен сейчас одуплиться и отменить. Не отменит, я просто посижу и подожду, пока он догадается это сделать. Просить я его не буду. То есть перескочила, я сообщение отправил первое, а потом здрасте, через сколько вы будете. Ну, то есть задержка идет. Ну, такое у нас распределение заказов Ярика. Ну, у него не вывоз, ему похер, откуда куда пихать. Как бы есть заказ, надо его кого-нибудь воткнуть. Вот посмотрим сейчас. Догадается отменить, нет? Понял. Заказ отменил. Молодец. Хотя, скорее всего, сейчас он мне скажет, что типа, нет, ты стоишь в другую сторону и отправит меня куда-нибудь туда. Это вообще за здрасте. Ну, собственно, все, как я и говорил, короче, типа, дал туда-назад заказ. Спасибо, что здесь есть разрыв.
792 рубля. А жена с ребенком из садика домой приехала за 782 рубля. Итого я в минусе. Что погода такая делает с заказом? Заказ от метро до Большой Пироговский. Коэффициент, по-моему, там что-то почти под 3. И никуда ездить особо не надо. И вот я так бы только и катался. Жбоньк. Добавим еще в копилку. Заказ я закрыл. Взял еще один в сторону дома практически. Но, что интересно, приоритет 14, приоритет 16. Что-то случилось. Что-то произошло. Минус 2 балла. И это не ошибка. Это значит, либо у меня сейчас скорячит, что у меня рейтинг резко упал, потому что кто-то в течение вот буквально вот-вот вкорячил мне кол. Либо тайник не прошел, которого еще пока не видно, который еще не обновился, данных не дали, но нахлобучить 2 балла схерачили уже по бырику. Ну, вот сейчас Ленинский отвезу, буду разбираться, что случилось. Мне, говорит, туда, в смысле, вот сюда. Я говорю, ну я же мысли читать-то не умею. В итоге она пошла пешком. Ну давай. Ну а теперь будем разбираться с Яковом. Ну что же, дорогие мои товарищи, время почти 9 часов вечера. Я свою миссию на сегодня исполнил. У меня 20 заказов и 16 559. По пробегу 230 километров на сейчас. Вот. А по работе, не знаю, часов, может быть, 9,5-10, где-то так. И да, 16 баллов вернулись обратно после того, как я перезагрузил систему. Но все равно, на всякий случай, позвоню и спрошу, что за дела. Дождь. Дождь наше все. Поэтому пользуйтесь моим заклинанием почаще. И чем чаще мы будем им пользоваться, тем больше мы будем зарабатывать. В те крайние моменты, когда погода прямо ай какая какашка. Потому что мы работаем по принципу, чем хуже, тем лучше. Спасибо всем за просмотр, всем хорошего дня, вечера, ночи, утра, кто во сколько будет смотреть. Берегите себя, будьте аккуратны. Всем хороших заработков и позитивного настроения. А я поехал домой отдыхать. Пока.